Ну и давайте смотреть, что будет дальше. Смогут ли нижнекамцы проявить характер и отыграться? В прошлом матче товарищеском против Салавата Юлаева характер хоккеисты «Нефтехимика» проявили очень здорово. А здесь еще один Мадаров и Голосков выиграли гости вбрасывание. Мерфи на той же позиции. Коваленко. Бросок с кистей. Штанга сейчас спасает ворота «Нефтехимика». Галимов. Еще один бросок. Передача, вернее, это было добивание. И 2-0. Сидоров и... Похоже, это Митякин. Да, 52 номер, это Митякин. Мерфи здесь шайба сделал, передачу на Коваленко. Закрепились гости в зоне «Нефтехимика». Сафонов. Снова Коваленко. Передача на Мерфи. Заряжает от синей линии. Браво! Действовал, пошел в наглую к воротам. И в итоге не зря. Вот здесь рукавишников очень уверенно действовал. Потому что выбрасывал шайбу с пятачка в направлении ворот Бабкова. Но все рассчитал. Кит казанского «Акбарса», и уже Коваленко идет в атаку. Кемпер, очень хитро добивание! Да, у нас спецбригада все та же. Галимов, Коваленко, Кагарлицкий, Воронков и Кемпер. Ну, почему нет? Только-только практически получилось. И сейчас еще один шанс. 2 минуты вбрасывания выиграно. Кемпер заряжает! И шанс! Коваленко мы видим на площадке. Здесь же и Кагарлицкий, и Воронков. Ну, спецбригада настоящая. Будем смотреть, как получится. Снова Кемпер, бросок. Заблокирован он. Но шайбу при этом сохраняем в чужой зоне. Коваленко, бросковая позиция, и шайбу! Пошел к воротам Глухов и мимо. А если бы забил, была бы красота. Шанс у Адамчука быструю атаку начать есть. Он это делает. Кагарлицкий отправляет шайбу вперед. Сам потихонечку приближается к своей скамейке. Шанс у «Акбарса» и... Еще. Пьер Линдхольм. Также это сочетание осталось на площадке. Так, Коваленко. Лямки! Видели за чужими воротами. Теперь он уже оказался за собственными рукавишниками. Пытаются подрастянуть оборону. Здорово, конечно. Коваленко уже во второй раз протаскивает шайбу с ногами по правому флангу. Именно он начал эту позиционную атаку. Рукавишников. Коваленко пытается добить его. И опять борьба. Коваленко хорош вот в этих единоборствах. Ставит плечо Попов, но Коваленко на ногах удержался. А потом Николай шайбу подобрал. Линдхольм. Бросок, гол, 1-0. В площадке началось с броска Хенкеля. Только теперь, ну, те же люди, кроме Кемпфера, который больше в этом матче не играет. Хенкель. Опа, коньком. Кагарлицкий гол. Встретил сейчас Пашнин Коваленко за воротами. Ну, когда он кого-то с Караваев встречал? Только так. На том и стоит. Михаил Пашнин. Бросок по воротам. Белялов готов к этому привету от Кари. Галимов забирается в зону. Передача допускает. Галимов не попадает в пустые ворота практически. Кагарлицкий. Кемпфер. Друг на друга. Больше не на кого. Кагарлицкий. И вот хорошая комбинация. 4. Вбрасывание. Топ-5 самых быстрых игроков этого матча. Коротков, Кудак, Али, Кагарлицкий и Галимов. Забирает шайбу себе «Акбарс». Теряет равновесие Морозов. Коваленко. Передача. Бросок. Сибирь повела. Сибирь в той встрече нанесла всего лишь 13 бросков в створ. Но при этом сумела одержать победу с сухим счетом. Это к вопросу о том, что вратари отлично играют в Сибири, но и полевых игроков тоже нельзя не отметить. Очень структурированная и четкая игра. Ох, и гол первый! Шальный голевой момент. Те самые мелочи, которым уделяют огромное внимание в тренерском штабе «Авангард». Передача за ворота. «Акбарс», естественно, сейчас прибавляет и...